Всем привет! Сегодня 23 мая. Вот за недельку так подросли птенчики. Перышки у них появились, глазки открыли. Уже на лапках стоят. Уверенно так чиститься начали. Вот сейчас будем кормить, уже он просит они. Сейчас поставим аккуратненько. Будем кормить. Не хотят, что ли? Вроде же пищить. Уже по голосу знаю. Горластые такие стали. Каждый по-своему орёт. Давай, мелкий. Видать, последний вылупился. Едят они, конечно, уже порции им побольше делал. Я тут взял уже зубочистку маленькую, взял шпажку на лёг. Думаю, уже на следующей неделе вылетит. Как с ними потом уже их в клетке возить надо. У одной девушки тут спросила, она сказала, водичку как бы не надо давать, то что кашу, когда разбавляешь, вот там и есть вода. Ну, перестал так давать. Вот такие вот подросли. Еще чуть-чуть осталось. Думаю, уже скоро сами начнут есть. Ну, ты вообще разлегся. Ты хоть пристань, блин. То наоборот шею вытянут, как не знаю кто. То развалится, он прям в клюв, подавайся. Ну как надулись у них эти зубы. Все, наелись. Ну, такие. Все. Еще вот этого маленького отдельно еще покормлю. Вон, посидите пока здесь. Он уже на лапках стоят. До этого у них разъезжались они. Малечек. Были совсем крошечные какие. И сейчас какие стали. Он уже накакал там. Давай последнюю ложечку. Ну, что-то пытаются делать. Вот такие крокодильчики. Еще что ли не наел? Или уже баламутите тут меня. Ладно, это неудобно. Вот. Свою коробку.
поеду. Здесь они сидят. Все эти друзья наелись и уложились спать. Посмотрим. Потом они начинают чирикать уже, и пищать, и чирикать. Просят кушать-то. Ну ладно, пусть пока отдыхают. Вот здесь такая банда вторая уже. Здесь вон кто кормит их. Повезло им. А, окружили как. Уже здоровый, наверное, на следующей неделе, может, сажу. Все просит, уже сами едят, просит. Все равно он самец подкармливает, и самочка тоже. То синего на следующей неделе, там, если все нормально, должны вылупиться. Остальных там не знаю, что днем сидят, ночью то сидят, то не сидят. Вот все здесь летают, сели, сейчас поели, у них перекур теперь. Здесь и самочки у нас сидят. Здесь и самцы линяют. Никак не долиняют. Одного голова пошла красная, видите, только грудки. Вот самочки тоже на подходе. Здесь самец, самка, кто сидит, то не сидит он там. Вот из всех только синие сидят, хорошо меняются. На ночь самочка сидит. Ну, такие дела. Все, спасибо всем за просмотр. Всем пока.